Паводка и пожароопасные периоды обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Магадана. По словам специалистов, за прошлый год на территории областного центра было много возгораний, поэтому в нынешнем нужно особенно ответственно подойти к этому вопросу. Также члены комиссии обсудили безопасность детей в период летнего отдыха. Номера телефона дежурных служб всех ведомств, которые обеспечивают безопасное пребывание ребенка при демозарительном лагере, они размещены в доступных местах. В настоящее время обеспечены основные требования пожарной безопасности. Наши учреждения не функционируют, поэтому пути эвакуации находятся, в принципе, в исправном состоянии и не заграждены. Руководители ведомств рассказали о подготовке их организации к паводка и пожароопасному сезонам. Вся ли техника функционирует, есть ли нужное количество людей для устранения возможной ЧС. Так как осадков за зиму было мало, готовиться к стихийным возгораниям нужно в полном объеме. То есть будут сейчас проверяться, строевые смотры будут проводиться, будем выезжать, будем осматривать все, делать минерализованные разрывы везде, ну, это особенно поселок Сокол и Уптар, где у нас и как раз были самые большие возгорания. Ну а так, я думаю, что будем готовы к ликвидации. Администрация Сокола и Уптара, в свою очередь, подготовила паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, которые подвержены угрозе стихийных возгораний. Также в областном центре проводят профилактику пожаров. Кроме того, эксперты отмечают, что некоторые частные дома в областном центре подвержены подтоплению из-за таяния снега. Однако муниципалитет держит ситуацию на контроле.